В Ульяновской области продолжаются проверки объектов бизнеса по соблюдению всех требований Роспотребнадзора. На этот раз сотрудники управления по вопросам общественной безопасности объехали рабочий поселок Майна. Заглянули в супермаркеты, аптеки, цветочные магазины. Предметом проверки было использование гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах и в общественных транспортах. По итогам было проверено около 47 хозяйствующих субъектов. Грубых нарушений не было выявлено. Напомним, в регионе в соответствии с указом губернатора режим повышенной готовности продлен до 1 декабря. Это значит, что ношение масок и перчаток обязательно в общественных местах, в организациях и на предприятиях торговли и в общественном транспорте. Кроме соблюдения перчаточно-масочного режима, персоналом и клиентами специалисты проверяют наличие дезинфицирующих средств и ковриков, специальной разметки и рециркуляторов. При наличии нарушений составляется протокол осмотра, который затем передается в уполномоченные органы для дальнейшего выяснения, было ли нарушение и нужно ли наказывать хозяина. Рейдовые мероприятия продолжаются во всех муниципальных районах области. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.